Итак, дорогие друзья, у нас в гараже Skiff. Двухтактный скутер на базе стелсовского двигателя. Но здесь воздушка немножко другая. Стелс она вот сюда. А это адреналин я видал такого же плана. Так, слушаем. Вот такой вот шум. Я подозреваю там одну вещь. Сейчас мы снимем крышку, посмотрим, что такое. И еще хозяин говорил, что-то не заводится. Ну, в общем, сначала с этим разберемся, а дальше будем думать. Так, крышку снимаем, болты по кругу, также выкручиваем все. Не забываем самое главное. Один раз я с этим, когда первый раз, можно сказать, разбирал на стелс, вот здесь по центру болт тоже есть, его не забываем выкручивать. То есть он тоже крышку держит. Так, снимаем. Еще. Ага, сняли крышку. Смотри, у меня подозрение на обгонную муфту. Вот здесь внутри. Под вариатором стоит обгонная муфта для стартера, вот привод стартера. Она должна, вот, кстати, она и в ту, в другую сторону, она заклинила. Она должна в одну сторону вращаться, в другую, ну, вращать, то есть полностью коленвал, а в другую сторону свободно должна. Здесь она мертвая. Сейчас снимаем вариатор. Смотрим, что с ней случилось. Так, вариатор, как снимаем на стелсе, я уже показывал. Вот сюда вот берем крыло какое-нибудь широкое, сюда вот упор дробежной силы ставим, болт какой-нибудь вот сюда упираем, вот в это место можно. Так, нет, здесь наоборот, вот в эту сторону, и пробуем отворачивать вот сюда мы прям в этот картер. Сейчас попробуем. В общем, вот так вот используем способ фиксации шкива. Так, вот здесь вот есть отверстие, в край шкива упираем. Только смотрите, чтобы вот максимально было, как сказать, по центробежной силе, чтобы большой излом, чтобы не отломить бурт шкива. Вот, как бы так придумали. Кто из какой способ лучше придумает или знает, если подскажете, будем рады. Мы делаем так. Пока вроде все нормально было, сколько раз отворачивали, все, все было тип-топ. Так, я уже ослабил. Так, так, снимаем вариатор. Так, так, так. Потом пригодится, когда заворачивать. Так. Шайба еще. Еще шайба, не забыть. Так, состояние ролика, давайте посмотрим. Ролики. Хорошее состояние. Скользители тоже. Так, дальше, чтобы снять обгонную муфту, надо снять привод со стартера, вот эту шестеренку. Два болта вот эти отворачиваем. Так. Так. Подшипник игольчатый тоже еще нормальный. Ну и все, снимаем обгонную муфту. Так. Так. Ага, видим, да? Засралось, сейчас помоем, почистим.
должна заработать. Так, покажу. Так, вот грязь убираем. Она у вас уже все вышла, пружинка. Сейчас керосинчиком еще полоснем. Будем ставить на место, попробуем, что как будет работать. Так, ролики поставили на место. Сейчас все работает, пружинки, ролики катаются. Все, шикарно. Ставим угольную муфту. Угу. Все, она работает правильно. В одну сторону в холостую, а в другую сторону вращает. Так, все, сейчас мы ставим на место. Видим, в одну сторону холостую, а в другую сторону уже вращает двигатель. Кстати, если не посмотрели состояние сальников. Сальник, по-моему, надо менять. Сальник будем менять. Он весь потный, это признак того, что он не держит. Что сальник будем менять. Так, ну что же, мы сейчас будем менять сальник, будем еще одно видео записывать. Сборка в обратном порядке производим, как снимаем, все обратно на место ставим. Соответственно, сначала вот эту обгонную муфту загоняем сюда, потом вот эту шестеренку, привод, потом вот эту шайбу не забываем, вот эту штуку. Так, ставим. Вот эта выемка. Она придерживает обгонную муфту. Вот сюда вот так вот. Два болта заворачиваем. Дальше. Вариатор одеваем. Ремень. Не забываем, здесь была шайба. Ну и все, надеваем шкивок верхний, заворачиваем гайку, все. Так, а мы сейчас будем снимать, как снять, поменять сальник. Как видим, скрежет пропал. Так, сейчас будем пробовать заводить. Все нормально.